На Диксоне нашли еще одну белую медведицу, которой нужна помощь. Накануне в тяжелом состоянии ее обнаружили у жилых домов поселка. Хищница серьезно ранена, возможно, в нее стреляли, и сегодня развернулась целая спецоперация по ее спасению. В Минэкологии сообщили, что для транспортировки к месту лечения животное усыпили и доставили в Норильск. Туда за ним прилетели московские ветеринары и сотрудники Росприроднадзора. Они отметили, что медведица в тяжелом состоянии, у нее обездвижены задние лапы. И уже сегодня хищницу доставили в столицу и передали врачам. На этот раз специалисты сработали оперативно. Ну а совсем недавно в том же поселке медведица вышла к людям после того, как застряла языком в консервной банке. Несколько дней к зверю пытались добраться московские ветеринары, но из-за нелетной погоды сделать это быстро не удавалось. Тогда история закончилась хорошо. Как будет в этот раз, покажут наблюдения специалистов.